Сегодня у нас 19 июля, четверг. Руки в карманах не держать. Печать, руки в карманах не держать. А они как полыхали? Еще плохого нету. Значит, сегодня сейчас есть отвезти кое-что на костер. Костер-то для вас делаем. Вы сами должны быть самостоятельны. Нас не будет, вы уже все знаете, где костер, яма готова, огорожена. И мы приготовили маленько такое, что дым будет давать свежее. А там зададите вопрос, почему это было сделано. Геннадий Иванович, мне за молоком надо идти. Ну еще поснимешь, пойдешь тогда. Нет, я опоздаю тогда. Ну не опоздаешь никуда, но не денешься. Какие... Чтобы не молились, то придете, помолитесь, и за молоком все сходите. Так, быстренько отваривай ворота, а вы за ним. Смотри, где он отворяет ворота. Принеси. Они сейчас закончат. Отдай другому, я не люблю, когда мне это ну... перечат. Вот так что перечат-то, перечат. Они без молока останемся сейчас на день. Давай сюда, иди. Да давай. Я буду. Да ладно, я сниму. Без молока не останутся. Еще что говорить-то? Ну, если молока нету, одна простокваша. Больше нету ничего. Ты куда-то сегодня же выезжал уже. Ну, куда я выезжал? Брось, мама встреча. И куда нам не денется? Нет, тут барабашам тунуться. Молоко, молоко. И только молоко. Молоко. Прощально, в этом более. Ну, ладно. Я буду спешно, что будет костер, да не прощай. Костер. Собрали. Кто-нибудь держит там один? Держите. Тим, руки в карманах. Иди сюда. Лёва, сейчас придешь домой, карманы зашьешь, как в армии делается. Ну, бросить, дали ему это яму, что опрокинет. Он даже ничего не сделает. Он еще сонные такие. Это вы для себя делаете. Тарас, быстрее, ветки хватай. Чего опять схватился за эту телегу-то? Все, теперь она лучше идет. Это очень ломкая ветвина. Так, я теперь вам объясняю, почему она была посажена. Потому что я приезжаю уже поздно, в июне. Березы нельзя пересадить. А ветвину в любое время ее сажай. Просто веревку зацепила ногами, осторожно. Ее ветром согнула, она начала туда наклоняться. Вот она видно, как остов ее. И она может порвать провода. Под телегу закинь, под телегу. Закладывайте быстро. А по, которые большие, оставьте поперек, положите. Чтобы тогда после этого расширить. Дерево. Сами делайте все. Ту-ту-ту-ту. Это костер для вас. Ну что, все, зацепились-то. Ты напрасно, иди, клади. Все время сонные, это нехорошо. Да, иди. Это двое удержит. Бери, помогай веточке. Крепче держать. Давайте я буду главную. Это я утром сегодня все сделал. Утром, когда вы спали еще. Поставил лестницу, полез и тут еще бурахнулся. Так, вы сами тогда берите. Так, складывайте. Так, вот так. Вот. Давайте. Нас не будет, чтобы все знали, как делать. Не сидели скукоте там, согнулись, как старики, скорчужились. Вы должны, когда новые дети приедут, вы теперь главное знаете, что делать. Так, поперек теперь клади, большие. Это же послушает рост. Большие, которые сделали. Вот эти вот. Так, подальше отсюда. Иди, вот можно ее забрать? Послушает рост. Да у тебя все есть, что ты? Пожалуйста. Забирай. Подожди, надо поперек сейчас наложить. Поперек штук 5-6 положите. Ну что, маленькие что ли? Вообще большие. Я специально не хочу прикасаться ни к чему. Ну что стоишь-то? Положи вот эту вот. Положи. Иди вон там. Ну что ты сонная такая? Каждая работа ты сюда лишняя. Это явно дело, что беда в жизни человека. Чего бы не сказал, руки опустила. Смотрит, а то не телевизор. Веточки готовые сложить. Какая тяжесть? Эксплуатация. Рабовладельческий строй. Тут можно намолоть сколько? Палочки вот эти подбирайте. Смотри сюда. Это покос. Мы должны все убрать до листика. Вон какие-то листики лежат. Смотри дальше. Все подобрать. Листиков даже не было. Вот, а теперь кладите прямо. А что не обломали? Ну, а теперь ложите как надо. Почему не обломали ветки? Так, да. Иди дальше. Дальше проходи скорее. Доброе утро. Проще старшая поедет. Да, придем. Чуть попозже, сейчас я тут ролик заснимем. На тебя утащить можно.
быстрее, быстрее бери. Дядя Вова ждать. Ага, ладно. Дядя Вова, мы с тобой. Ага, спасибо, Христос, Сергей. Так, подбирай маленькие веточки все. Это корм коровам, чтобы там ничего не было. Работайте так, чтобы люди сказали, да, тут работали настоящие русские люди. А не на отрезе земли. Вот так. Как? Так, поскорее выбирайте там. Не, неправильно. Складывайте, а потом веревку все привяжете. А как привяжете, Нестор знает. Просто знает. Давай. Поскорее. Собрать все буквально до листика. Самостоятельно дети должны для себя все делать. Кто вас будет кормить? А вам это интересно. Картошки. Картошки тут дадут. Сейчас пойдешь, когда делать в пятницу, почти всех возьми. Угу. Чтобы все разжигать могли. Что положить, как картошку, какое время. Каждому дай картошки, чтобы он положил и зарыл ее. А то везде в пионерских лагерях сидел, учат, на остров посылают самостоятельно на 3 дня. Так. О, хорошо. Подавайте поселок. Вот. Травинка несет. Там еще одна дорожка лежит, видите? Лесики подбирай быстрее. Лесики убрать. Сразу уже лишнее, все, руки опустила. Большая-большая беда ждет человека, который не умеет работать. Он обязательно воровать будет. Кто крал, впредь не кради, но трудись своими руками. Это связано предложение одно. Все. Так, все, перевязывайте, перевязывайте скорее. Показывайте веревочка. Хватай, перекидывай его. Под этим. Я под этим положила. Ну где все. Веревочка? Так, вот так возьми ее, сверни туда кинь, я не волю. Сами кидайте, отойди. Это как лосо, индейцы делают. Во! Так, подальше туда, наперед. За глоблю там перехвати. За глоблю. Место, покажи, где брать там, выдергивай. Да вот, за глоблю, вот, за глоблю. Так, поскорее. Так, на ту сторону иди перетягивай скорее. Подожди, не-не-не, сначала на ту. Перекинь, на глоблю. Натягивайте дальше. Давайте, да, давай. Здесь натяни. Ну, а еще. Вот так. Теперь на ту сторону кидай. Давай. Так, сюда, перекинь подальше. Здесь туда под эту. Захвати за дугу. Подожди, вот здесь. Прижми вот. Вот так, вот так, вот так. Дальше. Наискосок, наискосок. Девчонки, смотрите, где он еще делает. Наклонись скорее, ты спишь. Сонная. Какая кислая физиономия, не люблю это. Ты должна быть веселая, красивая, приветливая. Так, смотри, палочка упала, она потащится. Дорогой, чтобы один шел, подбирал, что упадет. Веточка упала, веточка. Вон она уже воткнулась об землю. Воткни ее туда, как следует. Так. Все. Узелок сделай быстрее. И петлю. Вы наклоняйтесь, смотрите, за что он захватывает. Маленько-то. Дело в том, что вы будете все делать самостоятельно для костра. Это костер. Все? Это никому не прибытка нету. А картошка будет. Володя, дядя Володя вам покажет, где разжигать, какое время, сколько. Чтобы люди, которые все. Приезжают, вы их могли руководить. Они сами могли делать так прекрасный пятничный костер. Все. Так, пошел, толкайте. Вы там все не нужны, но все равно пойдите все. Во! Все, дядь Вова, иди домой. Да ладно, сажу. Быстрее, быстрее, быстрее. Помогайте тащить-то. Идут еле-еле. Тонные мухи. Наоборот. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.